на рандом. Ух ты, ишка, вектор нашли. Вот это классно. Так, сканировать поблизости. Еще одна вертушка. Блин, какая же это читерная эта рация, ё-моё. Потихоньку. Штаны. Ого, ого-го. Так, извиняюсь за резкое вступление эмоций, но штаны горка стопроцентная. Угу. Разгрузочный жилет на 100. Ой, прочность 100. Офигеть! О, хорошо живем. Айка Стрингер. Блин, еще нам в кепке. Ой, блин. Все, образы плохие просто приходят в голову. Вот эта находка. Я думал, это бункер. Кстати говоря. Ну, блин, круто. Всем привет, за микрофоном наемник, и в этом видеоролике мы и дальше продолжаем проходить Mini Days Plus. Поэтому не забудь оценить данный видеоролик и досмотреть его до конца. Тут очень много чего интересного. Поехали. Все, поехали. Поехали, продолжаем дальше играть. Продолжить. Мы остановились на третьем острове, забежали по тахибарку, нашли дружеского этого челика какого-то, выжившего. Чуть не умерли с голода. Сейчас это надо все выпить, найти и так дальше. Нашли вертолет, что есть огромнейшим плюсом. Так, где наш там выживший? Ой, хорошо. Да он еще там это... Убьешь? Отлично. Это типа штурмовика что-то? Ай-яй-яй, он стреляет. Стой, 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 не стреляй. Ой, ну типа моего не стреляй. Так, граната F1. Блин. Я думал, граната будет получше. Так, скотч, 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 скотч. Давайте-ка на дресс с клеем побегаем. Как это звучало. А, серьезно, мы не можем починить. Ух тышка, вот это, конечно, поворотец. Так, давайте сканируем участок. Вертушка. Так, ну, я думаю, нет уже смысла этот сейчас извлечь. И прикрепить аккумулятор. Все. Я типа сейчас просто так, ну, на рандом. Ух ты, ишка, вектор нашли. Вот это классно. Это ж новое получается оружие, правильно, сколько я знаю? О, повезло, повезло. Да, я знаю. Вектор нашли. Топ. Так, что-то это. Нормально все, да. Нормально, так. Блин, ну слушайте. Давайте-ка возьму. Ну, вряд ли я ним буду играть. Так как, ну, типа, патрона у меня сильно много нету для него. Да и на самом деле лучше, конечно же, будет помосинка помощнее. Так, ладно. Что-то у меня аж глаза разбегаются. Погнали к вертолету. 4 вертолета за это нашли. А, еще и тачка, вон я вижу. Так, что-то я не врубаюсь. А, мы его. Так, что-то... Что-то я немножечко это запутался. Как поворачивает машина. А, вот он. Вот, вот вертолет. Стоять, стоять. Подожди, что это у нас там за машина? Давай, выживший. Или давай я добью. Ага, промазал. Ну, добей. Спасибо. Добьешь? Спасибо, все. Убил наконец-то. Так, наш персонаж пить хочет. Есть хочет. Блин, что-то есть и пить, и все на свете. Так, сухпайок. Блин, я думал, это что-то другое. Не понял. Патронтаж. Патронтаж. Ну все, четко. И опять же граната. Ладно, возьму просто так гранату. Садись в тачку и поехали. Ага, у нас тут, кстати, военка.
Давай, ладно, давай тут залутаем, попробуем. Сухпаёк я, пожалуй, съем. А, он еще не полностью ест, вообще четко. Так, чувствую себя хорошо. Я тоже себя чувствую хорошо. Тут не нужно ничего интересного. Так, ГП-25. Блин, подствольник калашу, серьезно, недавно выкинул калаш стопроцентный из-за того, что там патронов нет и подствольника нету. Выбросил калаш. Как вы думаете, что? Сразу же нашел этот подствольник к нему. Ладно. Так, давайте-ка съедим сухпайок. Опа. Так, гранаты ВОК. ВОК 25. ГП-25. А у нас то было 25, да? Если я не ошибаюсь. Так, мистер Легенда, здорово. Так. Да. Ох, не знаю, не знаю. Ладно, пусть лежат пока. Мы себя нормально чувствуем. А, не понял, это продолжение, да? А, это нет, это не продолжение. Это у нас переход какой-то вниз идет. А, или нет? Блин, не вижу смысла. Давайте-ка гранату кинем. Так, просто так. Бросить гранату. Ну, слушайте, неплохо кинул. Сейчас чисто такая стая зомби бежит на меня. Я такой, блин, ну, вторая граната под себя. Так, микрофон ударил. Так, это у нас банан, да? Это банан. Ой. Так, все. Угу. Ты что делаешь? А, блин, я заболел. Отфу ты. И наш персонаж умер. Да капец какой-то. Так, я не вижу тут. Я ничего не вижу. Блин. Рабочие штаны. Дождевик. Пипси. Тут ничего такого особенного нет. Блин. Это ж надо было так слиться. Персонажа. Очень жалко. Так, фаер. Я ничего не вижу. С револьвером был. Ё-моё. Ударишь? Спасибо. Когда попросил собаку, которая голодная, это, которая хочет тебя съесть, пожалуйста, не ешь, не бей. Так, сканировать поблизости. Еще одна вертушка. Блин, какая же это читерная эта рация, ё-моё. Это просто бомба какая-то. Ходишь себе там, нашел батарейки. А теперь батарейки, ну, не кажутся какими-то бесполезными. Так, ну сколько я? Я 3 вертолета нашел, получается. Пить энергетики, пить бабушкин компот. О, да, я с этим согласен вполне. Так, жаль, что нельзя сигареты зажечь с помощью сигнальной шашки. А как ты зажжешь? Вот в реальности. Подумай. Или подожди, стоп, стоп, стоп. А, кстати, можно было бы. Жалко, что тут нельзя добывать огонь огонь с помощью этих камушков и веточек. Ай-яй-яй. Тут у нас блокпост и у нас бронежилет. Ого, ого-го, ого-го, ого-го. Ну, слушайте, рюкзак-то этот будет получше. Вот это совсем другое дело. Давайте-ка я все же возьму на пока что вот этот бронежилет советский. Похожу с ним, а потом этот разгрузочный возьму. Добью? Нет? Хорош. Так, открою я персонажа Айка. С Дремлином у тебя будет рация всегда. А, там какой-то персонаж есть рация. Я что-то вообще не помню этого.
Так, патроны. Какие патроны, е-мое. Блин, знаете, мне бы их сейчас бы всю в кучу всех собрать. Да их тут на самом деле не так уж и много. Пацаны, здорово. Ай-яй, вот это сейчас было опасно, на самом деле. А! Он прошел. Так. Да, серьезно, тут ничего нету. Ой, только без... Ого! Ну все, тут, конечно... Так, нам бы попить. Выпить все. Так, балаклава нет. Бронежилет. А этот будет получше, кстати. Зайди сразу в казарму. Они типа в казармы не будут забегать? Так, здесь ничего. Ну тут должно полным-полно быть, не? Нет, скотч. Скотч всего лишь там. Так, вот это мы, пожалуй, перевяжем. Вот это возьмем. Это не те патроны. Падва. Терк мусинки, нет патронов. Что делать? Блин, надо сейчас идти за тем бронежилетом, правильно? Так, кабинками. Ну да. Я вообще... Подождите, стоп. А в мини-дейс 2 там получается казармы вот эти вот, ну, которые у нас... А, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Патронов нету, серьезно? Да, ха-ха. Смешно. Ты серьезно, что ли? Ну, не ударь, спасибо. Капец. Я хочу забрать этот разгрузочный жилет. Блин, и мне кажется, это, ну, это того не стоит. Ладно, погнали тогда так, советским. Не, все же нужно забрать. Так. Нужно забрать. О, а, стой. Че, блин, пуляет, как, я не знаю, как снайпер какой-то. Не попал. Есть, хорошо. Так, олень, не пали, пожалуйста. Блин, я в болоте каком-то. Кстати, ладно, водку сейчас нет смысла искать. Так. Сними рюкзак, замочи зомби. Да, нет смысла, просто можно было бы вот так вот. Такую манипуляцию провести. Так, ну я сейчас водку не ищу. Так, давайте вот так вот вниз пойдем. Нет смысла пока. Надо бенз искать. Нет. Не стреляй. Рис. Отлично. А, фу, я думал, это свой. Кстати. Что-то. Сейчас бы пропустил бы урона, если бы мне повезло. Так, налобный фонарь. 25% извлечь. Заберем это. Так, тут бандосы рядом. Так, тетрациклин, получишь координаты интересного места. Тетрациклин, говорит, найти. Опять с этим тетрациклином, у меня его нету. Жалко. Блин, еще что-то вообще стрёмно найти на этих бандосов. Капец, их тут по два, по три. Ёлы-палы, куда идти? Там три, тут два, тут псы эти, ё-моё. Спасибо. Блин, вообще топ. Вообще, разгрызаю, убиваю кого угодно. Так, граната есть. Хе-хе. Есть. Джинсы. Сейчас мы тут быстренько зачистим. Так, ну... Так, вопрос. Как можно через окно закинуть гранату? Подскажите, пожалуйста.
Зачем тебе скотч в инвентаре? Ну так, на всякий случай, а что тут перевязывать? Толком-то ничего нету. Ну, если не считать жилет. Так, иди в больницу, может повезешь на тетрациклин, и может они дадут координаты на секретку. Блин. Я уже был там. А, подождите-ка, стоп, на что все это обновляется? Ё-моё. Ключи, проволока, ничего. Ну ладно, погнали. Правильно, ты быстрее всего говоришь. Я что-то забыл, что здесь все переобновляется. Так, нельзя через окна, понял. Понял, принял, записал. Идите сюда. Ой! Чё это вы так? Ай-яй. А, блин. Это ж надо было. Так. Что там у нас? Штаны? Да. Ну, тут, кстати, недолго бежать. Надеюсь, что здесь будет тетрациклин. Ой-ой-ой. Опять кровотечение. Стой, падла. Промазал, серьезно. А, да. Так. Где перевязать? Так, нет, тут нет тетрациклина. Тут есть пакет с кровью зато. Апельсин. Куртка. Бинт. Кстати, что там насчет куртки медика? Вот это вопрос. 25%. Есть. Нефиг. Грелку заберем. Это сюда. Так. А наемник, в будущем будут спонсорские подписки или же нет? Будут. Я был какие-то уникальные дядь. Там стримы и так дальше. Ну, посмотрим. Будут какие-то бонусы для спонсора обязательно. Правда, я, по идее, могу уже и сейчас этим делом заниматься и создавать. Но что-то мне пока игра вообще не дает. Ой, тьфу, это не игра, а комплект для чистки. Кстати. Сейчас тут надо немножечко подумать. Что делать, что? Да, блин, подствольник этот нафиг нужен. Сейчас, блин, опять калаш какой-то фуловый, там 300 патронов на него найду и все. А не будете забегать? Опа, там что-то лежит. Там что-то лежит. Потихоньку. Штаны. Ого, ого-го. Так, извиняюсь за резкое вступление эмоций, но штаны горка стопроцентная. Можно не попадать. Можно не попадать. Большое спасибо! Ай! Так, я вижу там флягу. Это уже просто бомба. Уже сразу надо выпить это все. Ёп! Твои палы, блин. Да, и хорош. 50%. Ну, кстати. Так. Так. Фляга. Все, четко. Фляга есть. Для меня сейчас разгрузочный жилет поломается. Не попадешь? Спасибо. Большое вам спасибо. Так. Разгрузочный жилет на 100. Ой, прочность 100. Офигеть. Ох. Хорошо живем. Блин. Ац. Есть. Убежали. Во время стримов и так дальше. Или волнуетесь, или что-то типа того. Так, у нас открыт... Айка Стрингер. Блин, еще на кепке. Ой, блин. Все, образы плохие просто приходят в голову. Так, футболка, ковбойская шляпа, охотничий нож, мастер выживания. Понял. О, это бандит, про которого я говорил во второй серии. Так, док, Билли Красный, Билли Джин. Так, ладно. Айка Стрингер, это имя. Да, это, конечно, жесть. Надо было такое придумать. Айка Стрингер. Да давай без этого. Ну что ты это выкабучиваешься? Ё-моё, опять.
Так, патроны 7,62. На такого. Да ты... Так, сейчас я не узнаю, что там валяется. Лежит, точнее, валяется. Так. Футболка. Да. Вот, конечно. Гуд. Сложить. Кстати, самое интересное, то, что вот у меня вот под шлемом есть три бинта, которые я не знаю. Они там, я не знаю, это самый долгий предмет, который у меня просто лежит в инвентаре, то есть с первого острова. Не собирал эти три бинта, еще ни разу не использовал, насколько я помню. Так, давайте-ка посмотрим, что там, может там сейчас бенз выпадет, а? Ага, да. Ой, фу, блин, я испугался, это ко мне выживший бежит. Ну, типа, вражеский. А вы тут все стоите и стоите, так. А, привет, нас напали, и мы потеряли ящик с добычей. Если ты его нам вернешь, то мы в долгу не останемся. В качестве вознаграждения ты получишь координаты интересного места. А, ну, это уже будет намного интересней. Офигеть. На военку, серьезно. Да вы что? Быстрее всего. Так. Мосинка. 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 Она пропадет же, правильно? Где патроны? Ладно, сейчас попробуем как-то их быстренько там поубивать. Заберем. У нас есть свободный слот? У нас нет свободного слота, поэтому мы сейчас выпьем пипси. Так, ставим лайки. Правильно говорит про мискил. О, ящик. Я люблю квас. Топ. О, хорош награда. Наемник. Выбрать, открыть ящик и принеси его, что лучше. Там танк. А, кстати, да, может и танк. Нет, так, тихо. Нет никакого танка. Падла, там танк есть. А, черт. И там еще и зомби этих. Иди сюда. Хорош. Убьешь? Хорош. Нет. Ух, фу. Блин, аж сердце остановилось. Фу ты, ё-моё, чё ты так пугаешь? Рукоятка. Не понял. Рукоятка. А, это для... А ну еще раз, для чего? Так, передняя рукоятка для оружия с планкой Пикатинни. Значительно уменьшает максимальный разброс при стрельбе, делает стрельбу на бегу и долгие очереди более точными. Так, пожалуйста, не писать, я не понял. Не понял. А, понял. У меня, оказывается, все это время... Я не был в режиме... Опух. Все. Тихо, спокойно. Комплект для чистки. Отлично. На пистолет. Ай, Вася, я, ладно. Нет. Надо было выкинуть. Так, ну падает, а сейчас она ко мне, блин. Так, ну. А, тихо. Иди сюда. Правильно идешь. Ту-т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 у
армейский нож. Фух. Фух, блин. Штурмовик на максималках, да. Да, сейчас бы штурмовика на максималках. Слава богу, что у меня Days 2 его нету. Это все, это было бы... ГГВП. Ты что там делаешь? Так, ну что, отдаем ящик.
Где же мог бы еще быть бункер? Ой, не бункер, а лаборатория, или как это называется, секретный вход. Да, конечно, неприятно получилась хардкорная игра, очень сложная. Вот эта находка. Я думал, это бункер. Кстати говоря. Ну, блин, круто. Инструмент чигура. Так. Ой, снять патронтаж. Ну, слушайте. У нас прям все, у нас прям, я не знаю, как это назвать. Так, имеет встроенный глушитель. Урон 15-125, точность 2, скорость прицеливания 6, скорострельность 66, патроны 12 кал, 12 калибр. И размер обоймы 6. Блин, как вам этот? Хорош, да? То, что мы нашли такой просто замечательный, невероятно крутой дробовик, меня это очень сильно радует. А, он долго прицеливается, понимаю. А что-то вообще забыл, я думал, побыстрее прицеливается, ладно. Оружие не очень, ну, да, могло бы что-то получше, там, СВД какая-то. Ну, не знаю, я думаю, либо СВД, либо вот этот дробовик был бы хорошо. Либо там какой-то пистолет мог бы выпасть, на самом-то деле. Ну, блин, я думал, это лаборатория, хотя... Оп, стоять! Ничего себе, там у нас серьезный такой на самом деле дружок с альпинистским рюкзачком, не хочешь поделиться? Так. А на деле Дима пытается открыть персонажа Майку. Ну да, а что я хочу сделать? Я в первую очередь хочу пройти игру, и во-вторых, открыть персонажа Майкла, нашего любимого всеми дизайнера. Худший враг спидранера — это бензин. Да, блин, мне кажется, просто вот, ну, блин, просто не везет. Вот, я не знаю, как это вот это вот начинается, вся эта тема. Ух, нифига себе. Магазин пуст. Полетели на меня. Иди сюда, на. Как там этот? Говорю, мой чё, этот знакомый. Дай бы тебе чапалаха. Ой, тихо, не рубить. Иди сюда. Да, чё ты орёшь, разрался. Так, налобный фонарь, тут опять же ничего, тут... Блин. А где мой этот выживший? Чё-то я это не понимаю. Он там случайно не с тем выжившим не бьется? Он его убил. Убийца. Помидор, глок, рабочие штаны. Ну, да. Как по мне, это какой-то бред полнейший. Так, ящик с добычей, координаты лодки на восточном побережье. Давай. Ё-моё, опять назад идти. Ладно, чем нам еще заняться? А, опять этих зомбарей, ё-моё. Слушайте, я думаю... А, стой. А, понял, все, рот закрыл. А, стой, нет, не убей. Его убили, да? Патронов нет, ничего нету. Ну да. А можно это, поддержку зрителя, там, не знаю, как-то там. И все, они все умирали. Ой, ни патронов, нифига нету, в том-то и прикол. Что делать? Мне. Чего убили? Ну да, там зато Альпич валяется. Вот в чем прикол. Да, вон альпинистский рюкзак. Блин, там палки эти валяются. Ё-моё. Офигеть. И как мне теперь забрать? Вот это фартануло. Иди сюда.
Ай-я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 й-
вот вообще не это, не смешно выпить. Чё, начинаем этот, как его, топ-контент? Так. Ладно. Нет. Слился. Не, ну конечно, знаете, это было тупым решением взять пойти. Надо было просто стоять и отхилиться. Это было, конечно, очень интересно. Это было очень увлекательно. Это было очень круто. Это было очень... Короче, ну да, легенда. На легенде играл, на легенде слился. Ну, слушайте, я мог выйти с этой ситуации, просто стоять, отхилиться. Но я подумал, что он мало ли может зайти в здание, хотя это маловероятно было. И типа мог просто стать отхилиться. Ну ладно. Сейчас начинать новую игру, либо же потом начать, да не знаю. Ладно, давайте-ка сейчас начнем немного. Возьмем какого-то персонажа. С более каким-то этим вооружением. Так. Ну и на этом прекрасной ноте я, пожалуй, и закончу эту серию. Сразу скажу, что я и дальше продолжу играть и проходить Mini Days Plus. И, честно говоря, вы даже не представляете, какой будет следующий видеоролик по данному прохождению. Я просто даже не знаю, как передать это правильно словами. Ну, все сами вы и увидите в следующей серии. Ну, а на этом, я думаю, пора закончить. За микрофоном был я, Наемник. Подписывайтесь на канал, не забывайте оценивать видеоролики. Ну и также не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. Всем удачи и всем пока.